что ж, всем привет, дорогие друзья, это снова проект «Телу время», я Андрей Скоромный. И сегодня у нас в гостях поистине гость заморский IFBB Pro Франциско Пако Батиста. Это настоящий монстр, который впечатляет и впечатлял многих атлетов, в том числе и меня. Поэтому я очень рад, что он сегодня приехал, и приветствую, Пако. Encantado, hola Rusia, aquí estamos dispuestos a hacer un entrenamiento de hombro y bueno, preparados ya para comenzar. Un saludo a todos. Как вы понимаете, Пако — это такой бодибилдер дела, а не слова, поэтому сегодня мы, конечно, будем тренироваться, и тренироваться тяжело. И что мы будем сегодня тренировать? Vamos a trabajar un poquito el deltoides, los hombros. Vamos a hacer 4 ejercicios para hombro y bueno, dispuestos a trabajar ya. ¿Ok? Ok. Итак, первое упражнение, с которого мы сегодня начинаем нашу тренировку, это отведение на среднюю дельту именно в тренажере, в кроссовере. Интересный момент, да, опять-таки, начинаем с изолированного упражнения и более того начинаем в блоке, так как Пако сказал, это хорошо именно для первого упражнения, чтобы нагрузка была вверху постоянная. Вот, пока что так. Пока мы начали именно с изолированного упражнения, не какие-то базовые движения типа жимов и так далее. Ты всегда так начинаешь свои тренировки, либо ты чередуешь? Sí, nunca empiezo por los presses, siempre empiezo laterales o hombro posterior y finalmente los frontales presses para evitar un poco las lesiones en la articulación del hombro. Пока, связано ли с тем, что ты всегда ставишь изолированное упражнение в начало, с тем, что когда ставишь базу в начале, нагрузка распределяется не только по плечам, а в трицепс уходит и так далее. No, lo hago sobre todo porque es muy estresante, es muy duro para la articulación del hombro en un principio empezar con el press. Y antiguamente siempre había tenido problemas de lesiones y tal, y desde que dejo los presses para el final del entrenamiento, mis articulaciones, mi hombro funciona mucho mejor. Итак, Пако, ты нас привел на второе упражнение, это разведение на заднюю дельту. Существует мнение, что сначала нужно качать либо заднюю дельту целиком, затем среднюю и переднюю, либо сначала ты делаешь среднюю-переднюю, затем в конце тренировки заднюю, так как задняя дельта — это больше как бы часть спины, чем дельт, поэтому нагрузку лучше не, ну, как начал качать плечи, да, лучше не распределять в середине тренировки на заднюю дельту. Ты же пришел, и второе упражнение у нас — это задняя дельта. Почему?
No, para nada. No tenemos por qué empezar el entrenamiento por la parte delantera. Eso es un clásico. No tenemos por qué. Se puede empezar y podemos enfatizar la zona que queremos dar, ¿vale? No tiene que ser por qué la parte delantera. Podemos trabajar o el medio o el posterior. ¿Ok? Пака, в первую очередь ты славишься своим невероятным развитием абсолютно всех мышц. И если взять отдельно посмотреть на ноги, то они кажутся просто феноменального развития. Отдельно руки, отдельно плечи и так далее. А что ты сам выделишь и ты считаешь в твоих пропорциях отстает по отношению к другим группам мышц? И что тебе не давало подняться более высоко, к примеру, на той же Олимпии? Sí, Андрей, los muslos y los brazos son mis mejores partes corporales, los músculos más agraciados y son los más fuertes, por lo tanto los que tengo que dejar un poco de lado, pero el resto son los que tengo que trabajar con más intensidad y tengo que trabajar más para ponerlos acorde con piernas y con brazos. Хочу отдельно спросить тебя про развитие твоих ног. Бытует мнение, что чем больше ноги, соответственно, тем больше тренировочные веса, приседания в приседаниях и так далее. Но, насколько я увидел, у тебя подход такой более не силовой, а более на проработку, более на чувствительность групп мышц. Расскажи именно про свои веса и свою программу именно в тренировках ног. Вот. Какие упражнения, с какими весами, кратенько расскажи. Sí, actualmente no trabajo muy pesado. Trabajo pesos más ligeros y intento concentrar más en la contracción muscular. Más que nada por el tema de prevenir el tema de lesiones, el tema de articulaciones, ¿sabes? Cuando llevas ya mucho tiempo entrenando, tienes que cuidar esos detalles porque si no acabas lesionándote. Хорошо, а в расцвете своих сил, какие у тебя были максимальные силовые показатели? Я думаю, что многим это интересно узнать. Mi peso máximo en sentadilla han sido cerca de 320 kilos para 5 o 6 repeticiones. Eso ha sido mi máximo peso, pero bueno, ahora ya no trabajo con tanto peso. Me dedico a hacer más repeticiones y a concentrar más muscularmente y no a trabajar con tanto peso. Yeah.
Este es el tercer ejercicio para hombro que vamos a hacer. Es un press en la máquina Hammer y bueno, vamos a empezar a hacerlo. ¿Ok, André? Да, как объяснил Пака, именно третьим он ставит уже жимы, либо даже четвертым, да, и в этом есть рациональное звено, потому что вот реально после первых двух упражнений мы уже полностью разогреты, наши суставы готовы для работы и начинаем жим в тренажере. Что интересно, Пака делает акцент на то, чтобы локти были немножко впереди. То есть, если вы локти делаете так, идет нагрузка больше в сустав уходит. А чтобы работала именно передняя дельта вместе со средней дельтой, он немножко локти берет вперед и выполняет. Добавим вес? Вес добавим? Sí. Да. По двадцаточке? Okay. В каком диапазоне здесь повторение работы? Sí, vamos a trabajar entre 12 y 20 repeticiones será el margen que trabajemos. No okay. Bajaremos de las 12 repeticiones. Let's go, let's go. Six. Seven. Up. Up. Действительно, когда тренируешься с таким опытным человеком, как Пака, чувствуешь, даже не концентрируясь на группах мышц, потому что все-таки съемки идут, ты все равно подсознательно, воздушно-капельным путем, возможно, ты перенимаешь этот опыт и чувствуешь концентрацию именно на мышечных волокнах. И это очень интересно. Пака, я хотел тебе задать вопрос. Помимо феноменального мышечного развития, ты всегда, черт побери, сухой. И на сцене ты очень рельефный, и в жизни, даже сейчас, когда ты делаешь двойной бицепс, у тебя все очень сухое. Неужели ты всегда на строгой диете, либо это уже, возможно, генетическая твоя особенность? Расскажи про это. No. Hace ya tiempo que ya no subo tanto de peso. Prefiero mantenerme en un peso un poquito más controlado, porque luego es mucho más fácil para mí enseguida prepararme para una competición. Aparte, me cuesta mucho menos trabajo. Si no, todo el día me siento muy, muy cansado, muy, muy lleno.
А именно при подготовке к соревнованиям, даже с, я помню, с начала 90-х, когда ты выступал, ты всегда был очень сухой. Расскажи тогда, ведь тогда метаболизм тоже, метаболизм, он у всех выступающих атлетов в начале карьеры, он примерно на одном уровне. Вот, и только, так скажем, это большая редкость, когда на начальном этапе атлет показывает супер качество. Вот, расскажи про тогда, как ты его добивался, сколько ты делал кардио в день, возможно, сколько ты ел углеводов в день. Более конкретная информация. Sí, pero bueno, aparte yo nunca he hecho demasiado cardio, solamente cuando en la última fase de precompetición, cuando necesito secar a tope, es cuando hago un poquito más de cardio. Pero si me paso con el cardio, me consumo. Entonces, mi trabajo cardiovascular es muy, muy controlado. ¿A при подготовке сколько кардио по времени? 20-25 minutos y como mucho 3 días a la semana. Poco. Esto es muy malo. Sí, pero bueno, normalmente los atletas hacen cardiovascular a última hora todos los días de la semana y 45 minutos mínimo. Еще такой вопрос, именно по углеводам мне интересно, чтобы выставить такую огромную мышечную массу на сцене, слишком углеводов, я понимаю, что урезать нельзя, потому что он уменьшится. Но все-таки какой минимум на подготовке, что касается углеводов, и делаешь ли ты какое-то чередование углеводное, либо загрузки углеводные раз в неделю? Вот про это расскажи. Sí, el mínimo de carbohidrato, bueno, normalmente a última hora no tomo carbohidratos simples, tomo carbohidratos más complejos, tipo arroz o patata. Y en cantidad total de comida no bajo de los 500, 600 gramos de arroz en crudo antes de cocinarlo. Ну что ж, друзья, последнее упражнение в нашей сегодняшней тренировке плеч. Тяга к подбородку. Обратите внимание, как испанский монстр выполняет это упражнение. Во-первых, берется достаточно узко. Да, и как он говорит, как всем вам известно, при узком хвате большая нагрузка идет на трапеции. Но, как Пака говорит, это ничего страшного. Пусть трапеции тоже покачаются, зато пиковая нагрузка вверху падает хорошо именно на среднюю дельту. Вот. При выполнении этого упражнения часть нагрузки, помимо средней дельты, уходит на трапецию. Тренируешь ли ты трапецию еще отдельно, либо тебе достаточно этой нагрузки, косвенной нагрузки от этого упражнения на трапеции?
Este ejercicio lo podemos hacer si hacemos el agarre más estrecho, nos trabaja más trapecio. Si lo hiciéramos con el agarre un poquito más abierto, es más para deltoides, ¿ok? Cuando voy variando, puedo hacer este para trapecios o si no, trabajo los trapecios más pesados haciendo encogimientos, ¿vale? Como no estoy trabajando actualmente con pesos pesados, prefiero hacer este más ligero. Paco, y вопрос такой, знаешь, личного характера. Ты представитель Испании в мировом бодибилдинге. В Испании ты легенда. И мало ли, вряд ли найдется еще человек, который по заслугам переплюнет тебя. Вот. Но, к сожалению, а может быть, к счастью, не знаю, концентрация мирового бодибилдинга – это все-таки Америка. И как бы ты не был хорош физически, больших успехов ты не добьешься на той же Олимпии, к примеру, да, и в мировом бодибилдинге, если ты не играешь по их правилам, не живешь в Америке, не развиваешься в Америке. Скажи, пожалуйста, тебя не мучает тот факт, что, возможно, ты не реализовал все свои амбиции на той же Олимпии, да, потому что ты выступал на Олимпии всего лишь два раза и выше там 16-го места не поднимался, хотя мог бы. Вот. Расскажи про это. То есть ты в плане спорта удовлетворил ли ты свои все амбиции, либо нет? Sí, sí, es posible, sí. Si te trasladas a Estados Unidos a vivir, tengas muchas más oportunidades. En su momento lo estuve pensando en trasladarme, pero yo soy muy familiar y valoré las cosas y preferí quedarme en España. Quizá me equivoqué, pero bueno, también tengo la idea de que pienso de que un atleta tiene que ganar por ser buen atleta, no por estar en Estados Unidos o no. Si eres buen atleta, tendrías que valer y tendrías que triunfar. Es posible que pierdas oportunidades al no estar en Estados Unidos. Pero bueno, la decisión la tomé y contento. Contento de estar en España con mi familia. ¿Y podríamos haber llegado un poquito más arriba? No lo sé. Se quedará en la pregunta en el tiempo. Когда ты находишься в среде тех же про-атлетов, как это происходит в Америке, ты можешь быстро прогрессировать, потому что информация, она быстро расходится, какие-то новые тренировочные схемы, новые диеты и так далее. Но, живя в Испании, кроме тебя, выше уровня тебя вообще никого нет. Как ты с этим справлялся? Где ты брал новую информацию, либо ты экспериментировал на себе? Как тебе удавалось дальше и дальше прогрессировать и достигнуть действительно уровня Олимпии? Sí, bueno, ten en cuenta que hoy en día la información no está centrada solamente en Estados Unidos. Con el tema de Internet, la información es mundial, corre por todo el mundo. Antiguamente sí que estábamos un poquito menos informados, pero hoy en día no hay esa diferencia de información. Todo el mundo tenemos información. Antiguamente nos preparábamos, yo siempre he tenido un entrenador desde que empecé hasta ahora y bueno, hemos trabajado muy duro, muy, muy constante y éramos mucho de la vieja escuela. Incluso aprendimos muchos sistemas de entrenamiento de fuerza que son originarios de aquí, de Rusia. Vosotros habíais sido pioneros en entrenamientos de fuerza y aprendimos mucho también de todo y muy ansiosos estábamos de conseguir toda la información posible y nos dedicamos sobre todo a entrenar duro, a trabajar y a poner en práctica la poca información que nos llegaba. Antiguamente no había tanta información y entonces lo que sí que yo siempre he tenido la suerte de tener un entrenador que era mucho de la vieja escuela. Y lo que no teníamos en información lo suplíamos con trabajo duro y a lo mejor cometíamos muchos errores, pero nos dedicábamos y cubríamos la falta de información con mucho trabajo.
Теперь расскажи такой стандартный вопрос. Расскажи про свою тренировочную схему. Сколько раз в неделю ты тренируешься и как совмещаешь группы мышц? Либо ты тренируешь все отдельно? En fase fuera de temporada, fuera de competición, entreno solamente una vez al día y cinco días a la semana. Y hago un grupo muscular cada día. En fase de precompetición, entreno dos veces al día, seis días a la semana y repito todo el cuerpo entero dos veces cada semana. Конечно же, вопрос еще раз про твои феноменальные ноги, потому что такие размеры, что не верится, конечно, что их можно прокачать в одну тренировку. Но все же я задам этот вопрос. Тренируешь ли ты ноги в одну тренировку, либо ты разделяешь на зад бедра и перед бедра? Sí, normalmente fuera de temporada hago la pierna una sola vez, todo el conjunto. Cuando estoy en precompetición sí que lo separo, la parte delantera de la parte trasera. Sí, pero fuera de temporada, cuando entreno una vez la pierna a la semana, la hago toda junta. Последний вопрос перед завершением нашей тренировки. Ты, несмотря на свой возраст, а кто не знает, ребят, Пака уже 44 года, при большой мышечной массе ты выглядишь молодо и ты не выглядишь уставшим. Как тебе это удается? Возможно, ты уделяешь внимание большое восстановлению, либо здоровью. Расскажи про это. Либо это просто генетика и ты вечно молодой. Sí, bueno, también es lo que te había comentado antes. Llevo ya mucho tiempo que cuando estoy fuera de temporada no subo tanto de peso, no gano tanto. Entonces intento mantenerme en un peso moderado, no pasarme. Ahora estoy small, muy bajo de peso, porque eso lo hago también aparte de todo por el tema de salud. Intento mantener el tema de salud lo más controlado posible. А что, пока ты вот не выступаешь, я знаю, что ты хочешь выступать в следующем году, что происходит в твоей жизни сейчас, помимо поездок, таких как в Россию, работаешь ли ты тренером, возможно, либо у тебя какие-то другие дела? Расскажи немножко про свою семью, что происходит в твоей жизни сейчас? Sí, aparte del tema del culturismo profesional, tengo un negocio, tengo un gimnasio, que me implica mucho, mucho tiempo. Tengo un equipo de chicos de competición que también me dedica mucho tiempo y el poco tiempo libre que me queda, pues sobre todo lo intento dedicar a la familia, que me sabe muy a poco el tiempo, el poco tiempo libre que tengo y a veces me gustaría tener un poquito más para dedicarle más. De hecho, por eso ahora llevo cuatro años sin competir, porque quería dedicarle, bueno, mi hija tiene cuatro años y quería dedicarle tiempo y no me quería perder eso. Y por eso me aparté ahora un poco del tema de la competición, para poder dedicarle más tiempo y disfrutar de la infancia de mi hija. Porque el culturismo ha sido muy y es muy importante para mí. Pero la familia lo es todavía más. Hola, soy Paco Bautista, estoy aquí en Moscú con Andrei, mi amigo Andrei, para entrenar los hombros y nada, estamos esperando a que hagáis vuestras preguntas. Thank you.
Ну что ж, пришло время вопросов от наших зрителей из Инстаграма. И очень много вопросов по поводу «Расскажи секрет бицепса, как ты накачал такой огромный трицепс». Я постараюсь все эти вопросы собрать воедино и просто спросить про твои любимые упражнения на бицепс и трицепс, которые ты хорошо максимально чувствуешь, и поэтому, возможно, ребята сделают вывод и применят на своей практике это. Расскажи про это. Sí, mi ejercicio favorito para bíceps, por ejemplo, es el típico, el curl con barra. Prefiero la barra recta, me aísla más la zona del bíceps. Y sobre todo, no me gusta trabajar el bíceps muy pesado. Había tenido problemas con tendinitis y tal. Trabajo un poquito más ligero, intento aislar las muñecas hacia afuera para tener más contracción del bíceps. Y el curl con barra sería mi ejercicio favorito para el bíceps. Y la polea tanto abajo como por detrás de la cabeza, en la extensión de tríceps, sería mi favorito para los tríceps. Следующий вопрос, тоже один из традиционных вопросов в нашей рубрике, это спортивное питание. Расскажи, ну, как у нас принято, топ-5, да, можно не топ-5, можно просто по своим любимым добавкам, которые ты используешь каждый день, либо которые ты используешь на подготовке к соревнованиям. Расскажи про это. Sí, la base en proteína es un hidrolizado de mayor pureza posible de proteína, ¿vale? De carbohidratos, sobre todo para la hora de antes del entreno y durante el entreno, es amilopeptina. Y la combino, la amilopeptina, con... Amilopeptina. Yeah, that's good. Durante el entrenamiento, o antes y durante el entrenamiento. La combino con aminoácidos y sobre todo creatina y glutamina. Eso sería la base de mi suplementación deportiva. Кстати, вопрос по поводу креатина. Как ты его используешь? Циклами, либо на постоянной основе? Делаешь ли ты загрузки креатиновые и постепенно сходишь? Расскажи про это. Sí, no, antiguamente se hacían cargas al principio, luego se bajaba la dosis. No, y aparte si tomas una combinación de creatinas y sobre todo la crealcalin, no hace falta hacer carga, no, mantienes una dosis constante y no hay problema. Твоя диета сейчас, как ты питаешься сейчас, сколько раз в день и примерно это отношение белков и углеводов? Ну и также расскажи про твоим любимым источником белка. Sí, como proteína, mis principales alimentos fuera de temporada, cuando no estoy en competición, es carne roja, ternera sobre todo. Y luego, cuando se acerca más la precompetición, uso más pollo, claras de huevo. Y el pescado, sobre todo, lo guardo más para última hora de la precompetición, cuando se acerca más la competición. Cuando ahora que estoy fuera de temporada, yo soy un poco diferente al resto. Fuera de temporada como menos cantidad. Cuando me preparo para una competición, como más. Ahora tampoco soy muy, muy, muy estricto con el tema de las comidas. Y ahora puedo hacer a lo mejor 4 comidas sólidas de comida y hacer 2 o 3 batidos de suplementación deportiva. Cuando estoy en precompetición hago 6 comidas sólidas y aparte meto 2 o 3 batidos. Следующий вопрос. В межсезонье, именно в тренировках, ты за разнообразие, либо ты не меняешь тренировочную схему и выполняешь примерно одни и те же упражнения? Sí, sí. Básicamente sí. Lo que pasa es que hago igual que con el tema de la comida. Cuando estoy fuera de temporada, bajo el volumen de entrenamiento, entreno un poquito menos. Y cuando estoy en precompetición, como estoy comiendo más, también estoy entrenando mucho más. Aumento la intensidad de entreno y aumento el volumen de entrenamiento.
И по традиции последний вопрос я позволю задать от себя. Все-таки мне не дает покоя твой внешний вид, насколько ты молодо выглядишь при своих годах и при своей мышечной массе. Расскажи, может быть, ты делаешь какую-то периодизацию, как-то ты отдыхаешь в течение года. Я понял, что ты не берешь большие веса, боишься травмироваться и так далее. Но с точки зрения профилактики здоровья, что ты делаешь? Sí, sobre todo, Андрей, lo que... También ahora tengo buen aspecto porque como no estoy preparándome para competición, cuando estás para competición estás más desmagrado y tal. Ahora es todo es happy, es tranquilo, relax y la cara se intento cuando no me estoy preparando para competición relajarme con el tema de la comida, relajarme con el tema de la alta intensidad de entreno. Voy un poquito más pausado, más relajado, y ahora como llevo tiempo sin competir, quizá eso se me nota un poco, pero cuando estás para una competición es cuando tu aspecto físico mejora, pero la cara se estropea. Ну что ж, таким предстал перед нами испанский монстр, испанское чудовище Пако Батиста. На самом деле очень добрый, открытый человек, самое главное жизнерадостный. И действительно, долголетие в спорте, вот у меня вот в голове крутятся вот эти мысли. Долголетие в спорте, оно возможно только при рациональном подходе. Человек не берет большие веса, очень уделяет много внимания здоровью, разминке и так далее. Но при этом выглядит как монстр. Я очень рад, что ты пришел к нам в гости. Спасибо тебе большое. И удачи тебе в дальнейшем, на соревнованиях, в твоей семье и во всех твоих делах. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Спасибо. Ha sido un placer trabajar y entrenar con Андрей. Estás invitado cuando vengas a España a venir a entrenar a mi gimnasio y compartimos unos entrenamientos duros. Muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias.